Семена статицы и талисман бело-розовый. Талисман Балоу розовей статица, высеивают в рассадные ящики в конце зимы, в открытый грунт, в начале апреля на постоянное место. Первые цветы распускаются в середине июля и цветут до первых заморозков. Растение достаточно высокое, 50-60 см. Стебли прочные, без листьев. Чашечки статицы имеют бело-розовую расцветку. Гармонично сочетаются с белым, желтым, синим и другими цветами на вашей клумбе. Применяются для клумб, альпийских горок. Срезы используют для создания оригинальных зимних букетов. Статица талисман бело-розовый – это однолетнее растение. Цветок лучше всего подходит для миксбордеров. Статица прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для дренированных богатых почв. В качестве места выращивания статица прекрасно подходит открытый грунт. Расцветает статица талисман бело-розовый в месяц июль, август, сентябрь, октябрь. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.